Когда на улице не Настя, желания выйти из дома и направиться куда-либо нет. Тут мало приятного мокнуть под дождем, но запереться в квартире и вообще не выходить невозможно. Дела все-таки никто не отменял. Правда, и передвижение в такую погоду затруднено. Город плывет. Например, на улице Пушкина можно увидеть бурный поток, практически реку. А возле моста через Клязьму образовалось целое озеро. Вот где повезло автомобилистам, а пешеходам и вовсе лучше это место обходить стороной. Есть и такие места, куда просто не подберешься без должного обмундирования. По крайней мере, без резиновых сапог хлеба возле платформы Воронок ларьки не купишь. Поскольку стоит он прямо на газоне, где и трава-то, в общем, не везде растет, подхода нет, зато есть лужи. Вот так погода вносит свои коррективы в планы щелковцев, показывая, на что нужно обратить внимание.